Через заехали. Кардан скидывать, смотреть ТО. Чё, подымаю? Давай. Чё, как? Еще чуть-чуть. А тут что, село? Бля, тяжело. Мешка можно, да, подняли? Чё там? Как? Блин, ну тут вот это, задок еще, перед уже зацепился, а зад нет еще. Ну что, я сейчас вернусь. Да? Я тебе на улице все стоял? Да. Нагрелось? Чуть такое? Нормально сейчас подшипник, я хуй говорю. Нормально? Да, ну лифта даже. Что, следующий смотри? Следующий не будем. Как не будем? Обычно это как разъебывается. Вот это разъебывается? Пошел, да? Опа. И что, она сзади просто ставится и все, что ли? Играть спереди сбоку. А, выбивается? Если выбиться. Что, еще может не выбиться? Да. Надо курить сначала. Да, кофе попить. Пускай она отмокнет, да. А там что, сальник какой? Да нет никакого сальника. А, тут вообще... Смотри, подшипник, привет, не видел все. Пустота, что ли, просто? Да он не обслуживаемый, мы, лё. Ты подшипник, видел? Да. Так не нормально. Да? Да. У тебя на весе такой же? Не, у меня нормальный. Как на старых красках. У тебя такой же на Шкоде? А. Пытаюсь пистолетом сейчас, нифига не сбивается. Чуть тяжело прям. Давно не меняли? Ни разу не было. Ни разу, наверное? Ты что, хочешь сказать, с 14-го года отходил? Да ладно.
Бля, что, реально 300 тысяч могла пройти? Конечно, они долго ходят вообще. Да? Охренеть. Все на клею, да? Три? Да. Пошла? Аж вздохнул, да? Чего, на клею? Ну, вон, видишь, белый клей. А, заводская еще, да? Да, а, ну-ну-ну. Че, он холодный? Или горячий? Тяжелый, да? Тяжелый. А что, ты надписи нет? Надписи нет никакой, да? Ну, что тебе надо там? На подшипнике, блядь. Диск отсоединили. Даже гайки наклею еще. Короче, ступица, блядь, 300 тысяч с лишним пробежал. Офигеть, блядь. Вот так вот бывает. А что на подшипнике написано, блядь? Номер, циферки, тут тоже циферки, блин. А, вот здесь вот что-то написано, да. Взорвется на... Чё? Нет. Снялась? Нет? Ё-моё, блядь. Тоже на клей, что ли, посадили, блядь? Пошло? А как ты посмотрел-то, блядь? Вот по этой крайней? Все? Огонь? Огонь! Все, дела пошли в гору. Все теперь. Че, она еще тяжелая, нет? Или нормально остыла? Фига себе, что это с ним такое? Здесь номер просто, блин. Здесь тоже номер. Здесь тоже номер. Что-то все номера. А, во, Корей написано. Вот. Корей. Фига себе, 300 с лишним тысяч пробежал. Вот это да. Заводские, блин, запчасти вообще хорошие, блин. Да. Вот так вот оказывается, 300 с лишним тысяч, все на клею было, как на, ну, заводской слесарь, говорит, все заводское, говорит, да. Вот так вот. А левый еще, говорит, тоже стопудов заводская стоит, да. Не знаю, насколько правда, говорит, да. Коробку уже собрали. Но это не моя. С фирмы с одной. Сейчас соберем ступицу, подвесные проверили, все нормально. Глушитель еще, наверное, поменяем. А что за оригинальный стоит? Как ты узнал? Компания Санкт-Петербурга, благодаря нацпроекту Международная кооперация и экспорт, представили свою продукцию и экспортные
система сварчивала. Глушитель взял. Короче, а он подлиннее будем. Одну оставляем. Вторую будем сейчас сверлить. Получается, чуть-чуть подлиннее уйдет глушитель у нас. А то этот уже все у нас на. Умер. Сюда вот я в нижнем был, сразу вот устанавливают при мне прям подшипники, пацан устанавливает. Не знаю, какие-то японские, он Japan написан. Два подвесных таких взял. Так, это тормозной цилиндр. И такие крестовины. Два штуки этих, два этих и цилиндр тормозной с собой вожу. Вот так вот как-то. Так, ну что у нас ремонт закончился. Так, что у нас тут получилось? Заказ наряда, да, работы. Замена подшипника ступица 1258. Установка глушителя 540 рублей. И глушитель 3980. Вот. Глушитель. Это еще старую цену мне отдали. По старой цене. Но в нижнем я был. Коротыш на трехметровую. 3500. 3500 глушитель. Ну тут 400 рублей разница. Даже 500, думаю. Ладно, фиг с ним. Тем более это чуть-чуть подлиннее. На 20 сантиметров. Наверное, побольше даже, не на 20. На сантиметров, наверное, блин. 70, наверное, 80 подлиннее, то есть ушло вглубь чуть-чуть глушитель под бак, под конец бака. Ну и вот, в принципе, недорого что получилось. Всего 5778. Так, что у нас все? Сегодня у нас день недели-то какой? О, у меня телефон-то умер. Сегодня у нас среда сегодня у нас, да, среда. Ладно, сейчас посмотрю, покатаюсь насчет пятой скорости, гляну, что. Вроде бы и шумит, вроде бы и нет. Сейчас посмотрю, ступицу-то поменяли, может что-то изменится. Так что поедем сейчас. Не, ну так нормально, тихо стало. Номер что-то у него висит. Тишина так-то стала, глушитель, все, ступица не шумит. Авиастарчик у нас тут. Кафешки всякие новенькие построили, шишбэш. Может, она давно, но я что-то один раз, что ли, был в ней. Вот так вот сегодня денек и прошел. Ладненько, что, друзья. Такое.
говорится, всем удачки, здоровья, на связи. Пока-пока.